Документы об агульной середней адукации отримали 43 выпускники. Большая из них поступит в силовые высшие навучальные установы. Министр по надзвичайных ситуациях Вадим Синявский щиро повиншавал лицеистов со значной подеей у житті, нацелю на дальнейшее развитие и удосконаление. Это юбилейный год лицея, 20 лет, поэтому очень радостно, что уже за этот длительный период традиционно к нам поступают маленькие детки, а выходят настоящие мужчины, которые в подавляющем большинстве поступают в университет гражданской защиты и в целом учебное заведение системы национальной безопасности. Этот год не исключение. 43 выпускника, 32 из них поступают в университет гражданской защиты. Поэтому свою миссию лицей, его преподаватели, руководство выполняют успешно. Во урочистой обстановке досягнений работников лицея отзначили гоноровыми грамотами. Мероприемство упрыгожили вальс выпускников и музычные нумары, примеркованные до 20 годов установы адукации. Я сам из Витебской области, я очень благодарен лицею за полученные эмоции, за то, что я понял, что такое настоящая дружба. И я благодарен каждому работнику лицея за то, что сделали из меня настоящего мужчину и будущего защитника страны. Специализованный лицей при Университете громадянской обороны МНС створены у мая 2004 года. С этого момента установу адукации скончили около 700 навученцев.